Приехал автомобильчик доделываться. Рома Автопласт. Вот тут еще опухоль вот эта вот на концу, здесь провальчики. В общем-то уже более-менее она похожа на деталь на деталь. Но тут еще придется повозиться и почистить. Так называемые целлюлиты, опухоли вот здесь попробивать. Одна вот, вторая. Здесь поднять, а здесь забить, и здесь забить. Вот, ну, такие дела. Стучим, стучим, и ничего не снимаем. Вот тут куча инструмента. А тяму нету, как сделать. Чисто, конечно. Просто-напросто тут куча моментов, вот, связанных с тем, что и арка эта играет, вот так ходуном ходит. Не было доступа крючками особо. Пришлось тут гандобить конструкцию из трех пальцев. Вот. Надо кое-что тут еще будет вот здесь пробить, потянуть. Ну, в принципе, уже как бы я уже и в первой серии говорил, что это не градинка тут какая-то, а металл потянутый, все равно его будет лишнее, особо деть его некуда. Но уже как бы поднарисовывается тут места. Надо просто тут 4-5 мест поподнять чуть-чуть и подпробить. И уже как бы особо тут ничего не сделаешь. Потому что потянутый металл, распределить его красиво не получается. Ну и вы в чужих, и даже маститых, именитых мастеров ролики смотришь, и как бы кто знает, как смотреть, видят, что идеала уже не получится. Но с другой стороны, после того, что было, уже как бы вариант получается нормальный. Ладно, ну, вот поехали. Такая картина Репина у нас. Все прыгает. Но в принципе, кроме вот этого вот целлюлита, ситуация просто такая, что начинаешь дергаться, начинает складываться вот здесь по арке крыла, заломчики вылазить. Вот оно. Не хочет оно держаться. Гуляет. А так ничего не поделаешь. Приходится вот это забивать, тащить, но уже в принципе-то более-менее ничего. Вот. Где-то еще нюансы есть, надо подровнять, что-то простучать, что-то подергать, но в общем и целом уже как бы кардинальным образом ничего не получается. Вот здесь еще на конту, вот она складочка, вот мы видим, да, вот она. Надо ее подзабить. То есть шишка. Я ее вот здесь вот дергал, разрядил чуть, чтобы она легче ее убить. Вот. Вот эту шишку еще надо забить. Это да, это реально, и это нужно сделать. А в остальном как бы уже сложновато будет что-то кардинальное изменить. Так. Ну, тут сейчас надо будет подправить то, что наколупал. Но уже складка
Разошлось. Подубили вот эти шишаки. Имеется в виду вот здесь. Конечно, помарочки еще есть. Надо постараться. Но и вот видны ямки. Все подправить надо, но как бы уже ближе к финишу. Вот я показываю специально косяки. Мастера не любят это делать. Я наоборот показываю все косяки, что получается. И целлюлит, так называемый. Все, ну извините. Моя цель не похвалиться, а показать, что бывает. Чтобы на моих ошибках люди учились и не повторяли их. Работали. Во-первых, не надо браться за то, что ты не можешь сделать идеально. Есть такое понятие. Вот. Чтобы о тебе, как говорится, не думали плохо. Ну, я от противного. Я учусь и на своих ошибках тоже. Поэтому снимаю вот такие видео и выкладываю. Чтобы люди видели и понимали, что, во-первых, чудес не бывает. А с градом ковыряться уже как бы неинтересно, там снимать нечего. Там его просто берешь и делаешь. А вот с такими деталями интересно повозиться и все-таки сделать более-менее ничего. Электрический стоит штуку, не электрический 150. Так, а здесь вот плохо видно. Сейчас мы включим желтый свет. Плохо видно. А теперь заливает светом. Вот кино, блин, а. Хочется снять, показать. Люди просят. Вот здесь вот эту часть поснимай, попытайся. Угу. Вот, я пытаюсь снять людям борьбу с целлюлитом. Вот таким острым крючочком. Я залазю и потихоньку разравливаю, вмятинки поднимаю, но плавненько. И бочком можно еще чуть возле конта вот здесь поднять. Вот опять же здесь у нас вот она. Еще провал тут серьезный, но, к сожалению, тут сильно не получается хорошо сделать, потому что возле конта жестко и я уже как бы подправляю такие основные огрехи, и на этом, наверное, хорош. Сейчас еще пройдемся. Здесь возле конта поднять. И здесь тоже. Неровности еще куча. Но это тут можно еще неделю воевать. И будет примерно то же, что и сейчас. Хотя, в принципе, если задаться целью, можно сделать даже эту деталь очень красиво. Но это ее изнянчить всю придется. У нас нету ни времени, ни желания. Это не на выставку, а просто подаккуратить. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас еще чуть подправим и хорош. Так не видно на камере. Нормально. Мелочные там такие. На улице уже заметить будет сложновато. Сейчас еще подчистим и хорош. Ну, пошло. Ну вот, Мензерну берем. Мензерна, второй номер у меня. Чуть-чуть ее на полировальничек. И растираем на машинке. На минимум. И
поехали. Теперь берется волшебная тряпка и протирается. Приехал товарищ на красном Матисе. Ага, и чё? Заплатил взнос и свет заработал. Удивительно, у него? Да. А это как? А я не знаю, я поржал с него, конечно, попытался ему объяснить. Нормально, слушай, ну прикол какой-то. Так, смотрите, степпер вполне себе рабочий. Дальше. Берем волшебную тряпку, желательно посвежее, и... Вот эту красоту можно постереть, чтобы она заблестела. Вот тут еще, конечно, чуть-чуть я, вот здесь вот надо подзабить, остреньким взять. Ну, тут сколько не дорабатывай, столько можно и еще находить косяки, вот, неровности, вот, а в общем все целое и нету вот такой вот замятины, грубо говоря, что с ладони, а все более-менее ровно. Если я прошу прощения, целлюлит так называемый есть, ну что делать, не надо было биться. Сейчас чуть подаккуратим вот здесь, чуть-чуть подзабить надо, вот здесь вот. И хорош.